Сразу два ДТП с участием машин общественного транспорта случились и в минувший понедельник. В одном из них в районе площади Ленина пострадали четверо пассажиров автобуса номер 10. Его водитель, двигаясь в сторону остановки музея часов, внезапно изменил направление движения перед пешеходным переходом и врезался в световую опору. Инспектором он пояснил, что таким образом избегал столкновения с джипом. Но, как выяснилось, водитель просто отвлекся и не успел притормозить перед задним бампером внедорожника. В другом ДТП, которое случилось утром в районе Баргузина, водитель маршрутного такси номер 40, начиная движение от автобусной остановки Баргузин, не заметил иномарку, которая двигалась в попутном направлении. В результате та врезалась в ограждение. Пострадали водитель и пассажирка «Хонды». Причиной совершения обоих дорожно-транспортных происшествий является несоблюдение правил дорожного движения, элементарное несоблюдение. Это, так скажем, разгильдяйство со стороны водителей маршрутных транспортных средств. Ну и, конечно же, не отпускается тот факт, что во время движения их отвлекает. Либо это передача денег водителю, либо это, как всегда, у нас остановка по требованиям.